В то время как в Украину сейчас поступает современное оружие, россияне начали снимать с консервации старые консервы Т-62, производство которых закончилось еще в 1975 году. Что же произошло, а где же арматы? Да нету у них армат никаких. По официальным данным мы уже уничтожили 48,3% всех российских танков. Отправка Т-62 в южной области Украины началась месяц назад. 30 из них они развернули в Запорожской области. Еще 300 штук хотят расконсервировать. Российские танкисты сразу уходят в отказ, когда узнают, что их посадят в эти консервные банки не пойми каких годов, которые очень неудобные. Поэтому для них собирают экипажи из осетинских боевиков, всяких ДНРов ЦЕФ, которые еще вчера бегали где-то по полям воровали буряк, а сегодня стали типа танкистами. Старые танки Т-62, наверное, будут использовать для обороны, как стационарные орудия или мобильные доты. Только смысла в этом мало. У Т-62 башни треть всего танка попасть очень легко, даже если он будет окопан. В общем, они собираются типа защищать захваченные территории. Вот только у нас другие планы, и на их мнение нам наплевать, что они там собираются. Россияне вообще еще воюют советскими методами, и они им не помогут в современной войне. Т-62 тяжелый, громоздкий, с заторможенной скорострельностью, с точностью проблемы. Тем более они старые. Это металлолом, который им не поможет, когда мы пойдем в атаку. Необходимо отметить, что использование устаревших танков как дотов является старой советской традицией. Впервые они были применены еще в 30-х годах прошлого века при строительстве так называемой линии Сталина. С тех пор, как мы видим, их тактики не изменились. Что ж, воспользуемся этим для нанесения поражения врагу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.